Здравствуйте, с вами магазин База Автозвука. Сегодня мы рассмотрим электрическую лебедку от компании King One Winch, модель STV1520. Поставляется она в фирменной упаковке. Давайте рассмотрим комплектацию. Здесь у нас документация, имеются инструкции. Далее сама лебедка идет. Общий вес установочной лебедки 9,7 кг. Вот такая вот лебедка. Контакты для подключения проводов питания. Редуктор здесь планетарный установлен. Вот тормоз дисковый идет. Также видим, что есть трос. Металлический, диаметр 4 мм, длина 15 метров. Ну и также крюк. Вот такой вот. Так, далее. Установочная площадка металлическая. Вот, ну и отдельно у нас упакованы провода подключения, ну и все остальные аксессуары. Сейчас мы посмотрим. Так, здесь у нас небольшой трос, два металлических хомута, так, крепежи, это у нас болты, винты, вот, направляющие ролики, они полностью металлические. Так, дистанционный пульт управления и также основные провода подключения. Вот пульт управления. Вот так вот. Ну и провода подключения. Тяговое усилие у данной лебедки максимально 680 кг. Подключается она на питание 12 вольт. Мотор мощностью 0,75 лошадиных сил. При покупке на лебедку распространяется гарантия. Дополнительные характеристики и стоимость вы сможете узнать на нашем официальном сайте автозвук.ua.